Всем привет, с вами Зацепер. Ну и я что-то сделал, ну и как вы видите, я хуйнёй немножко пострадал, ну и вот мою баночку от клея я как бы давно сломал, я её решил посмотреть, что там внутри. Там, сука, вот такая маленькая баночка с клеем. Вот. А то думал, почему так быстро закончилось. Ну вот, смотрите, какая большая она. Ой. У меня не хороший телефон, вот смотрите, какая большая. Вот это маленькая такая. Совсем малюсенькая. И у него что-то сверху. И вот это сверху еще сломалось. И вот здесь я откупал. И тут есть совсем маленькая. Не вот это, а возле нее есть такая совсем маленькая. И вот здесь такая слиплась, как вот так. Был один раз. С другой баночкой такой. Ну, короче, говно полное этот клей. Надо быть с ним очень-очень-очень-очень аккуратным, короче. Мне вот нечего делать. Короче, пацаны, не занимайтесь хуйней, потом будете страдать. Вот смотрите, что даже он свой сделал. Он очень наточенный. Как бы потом по жопе получишь. Если мама сейчас увидит, все мне капец. Кстати, моя коллекция, она же вот такой. Это самый новый. И вот этот. Вот. Это вот, мы походу можем уже снимать видосы на улице. Или как это называют ютуберы, я не знаю, но посмотрим, короче. Вы это сделайте хуйню, не страдайте, а то потом по жопе получите, вот. Ну и ничего не добьетесь. Все, с вами был Зацепер, всем пока.